Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Меня очень любил сын. Я делала для него все, вплоть до того, что когда уехал за границу, он стал испытывать трудности с деньгами. Я продала свою квартиру, стала жить у него. Надеюсь, что они останутся в другой стране. Не получилось, живем вместе, он 2 раза ударил меня, обвиняет в несуществующих вещах, это болезнь или характер. Повторяю, он очень любил меня, он взрослый человек, ему 40 лет. Ну, для начала, было бы, наверное, неплохо увидеть, что это за вещи, в которых обвиняют вас, ваш сын. Да? Вот, ну то есть вот, в принципе, что это за вещи-то вообще, как бы. Вот, потому что, может быть, вам только кажется, что это несуществующие вещи. А на самом деле, может быть, для него они более чем реальны. Вот. Это первое. На что хочется обратить внимание. А ваше. Второе. У вас нарушена связь с сыном, то есть вы находитесь в созависимых отношениях с сыном. Почему? Потому что вы жертвуете собой ради него, вот, приучая человека тем самым к тому, чтобы не нести ответственность, ну как бы, за себя, за свою жизнь. Вот. То есть это вот, к сожалению, это вот то, что вы делаете в данном случае. То есть, когда человек идет на жертвы, вот как вы, например, то, как правило, это предполагает все больше и больше требований. То есть, если вы считаете, что вы своему сыну должны, да, если вы считаете, что вы должны жить там для него, например, то он, соответственно, будет от вас этого, ну, снова и снова как бы требовать. Вот. Потому что вы его приучили к этому. И здесь вопрос не в том, характер у него ли или нет, да? Здесь вопрос, на мой взгляд, немножечко в другом. Вопрос в том, чтобы начинать выстраивать отношения с сыном, как со взрослым, а не как с ребенком, да? И как бы на равных, как минимум. Вот. А не так, как будто он до сих пор вот без вас как бы
не может прожить, собственно говоря. Вот. А вам, на мой взгляд, не работать с зависимостью. Вот. И выстраивать вполне адекватные отношения со своим сыном с позиции взрослый-взрослый, а не ребенок, как сейчас. Вот. Вот и все. Как бы. То, что вы вот рассматриваете данный аспект как болезнь, да, то есть вот, ну, его вот поведение может характеризовать вас как человека, который, ну, может быть, не привык смотреть правде в глаза, скажем так. То есть вы пытаетесь как бы оправдать своего сына, да, типа, что вот он как бы, ну, просто там болен, например, и так далее, но, понимаете, это, как бы там ни было, продукт вашего воспитания, то вы его так воспитали. И воспитали у него вот эту вот, скажем так, ну, требования к вам, а что, вот, что вы ему должны чего, на постоянной, как бы основе. Вот. Ну, ничем хорошим это не завершится, на мой взгляд. Вот. Тут еще есть такой аспект, что вот, ну, как бы его отношение к вам, его вот такое насилие к вам, да, можно сказать, это агрессия, но агрессия, как правило, является следствием чего-то подавленного. И вполне вероятно, что сын вот так отреагирует сейчас на то, что вы, например, ну, как бы сами того не желая, да, не позволяли ему быть самостоятельным. Сейчас он отыгрывает эту историю. Сейчас он отыгрывает эту вот модель поведения, к сожалению. Вот. Я отдаю себе отчет, что вы можете не согласиться со мной. Вот. Ну, то есть я понимаю, что вы можете считать иначе, по-другому, но вот с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих ценностей, вот, и опыта, я вам дал свой, так скажем, профессиональный взгляд на вещь. Вот. Ну,
на ситуацию. Вот. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над, над собой. Вот. Это позволит вам начать как-то менять отношения со своим сыном. Вот. И как-то все-таки обратить внимание, что, ну, что жертвенность, вот именно вот то, что вы себя, ну, по сути, приносите в жертву, да, и не живете сами, не живете для себя. Ну, это вот довольно деструктивный путь. Еще я не очень понял, кстати, кто они. То есть, вот. Кто они должны были остаться в другой стране? Вы имеете в виду себя и своего сына? Или как? То есть вот этот момент я не очень в данном случае понял. Вот. Но надеюсь, что вы сможете ответить на этот вопрос, да, и прояснить его. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи.